Белевич оказался не там, где мы планировали. Ну, хороший дядька, в принципе, можно за него голосовать. Нас что, не смотрит, никто не слушает? В итоге что, Белевич зам, председатель городского совета депутатам, парампам, Иванова. Во всяком случае, как она интервью дает и там трех слов связать не может, говоря, бог с ним, депутаты у нас трех слов связать не могут. Ну, завуч должна все-таки уметь разговаривать. Блин, а как ее зовут, председатель Союза женщин? Новицкая. ТРК «Витебск»? Давала интервью и говорила, что проблем дискриминации как таковой в Витебске нет. Она эту проблему замалчивает или действительно она правду говорит. Проблема нашего вот этого телевидения выверенного, что толком-то и вопросы нормальные никто не задает. Когда все обтекаемо. Сверху вниз все обтекает, и внизу эти чиновники на самом низком уровне такие обтекшие уже стоят, что они не понимают, что им нужно делать. Стараются, так сказать, вместе с курсом партии колебаться, а иногда просто им не сказали как.